Родители уехали, значит, поеду на своей Жиге за другом и с ним по делам. Вот бы машину. Получше BMW или Mercedes, а не на этой Жиге. Привет, Минато, ну что едем, что ты там хотел посмотреть? Привет, Ред, да так ничего, зарплату забрать и другу телефон продать, за 10 тысяч вот этот забирает. Ого, нормальный такой, ладно, говори адрес и поехали. Легких снова дым, я не могу дохнуть воздух. Но мне плевать, я бездыханным останусь. Если так надо, бездыханным останусь. Не говорю, что я не прав. Легких снова дым, я не могу дохнуть воздух. Но мне плевать, я бездыханным останусь. Если так надо, бездыханным останусь. Искал свой путь, я долго искал свой стиль. Потратил тут столько сил, чтобы мой мир меня простил. Я свежий молот пока, я продал дух с молотка. Купюры липнут к ладоням, я поднимаю бокал. Симпаты не про меня, я к вам явился со дна. Открыто много дорог, так, но мне нужна лишь одна. Я плюю с Петропавловки на ублюдков, что скалится май. Негры сияют снаружи, свет внутри, грязь и мрак. Суки не знают, как быть без меня, потому набивают мотив. Ведь каждый мой новый релиз однозначно летит не на долгий репит. Разгоняюсь с нуля и до сотни за 10, иначе не может и быть. Я врываюсь на блок, на квартале расклады простые, тут кэш и лежит. Мой барыга мне сливает мою мэри. Я не верю сукам, но этой суке я верю. Ясно, Жига снова сломалась. Давай попробуем починить, а если не сможем, то придется идти до отеля и там вызовем такси, а Жигу потом заберем. Не получилось, значит, идем до отеля, забираем ключи и пошли. Смотри, там тачка стоит, она какая-то ржавая, грязная, побитая, пошли подойдем. Смотри, она заброшена, она, наверное, стоит здесь уже полгода, может, заберем ее, посмотри, там есть ключи. Да, тут есть ключи. Попробуй завести. Не заводится. Давай заберем ее и попробуем починить. Ну давай. Вызываем эвакуаторы. Мы уже дотолкали Е39 до дороги и уже ждем, когда приедут эвакуаторы, мы их загрузим и поедим домой. Попробуем зашапоклевать пороги и привести ее в порядок. Мы уже привезли наши тачки к моему дому и сейчас начнем зашпаклевывать пороги у Е39, которую мы нашли. Мы уже зашпаклевали пороги и привезли ее к сервису, чтобы починить двигатель и перекрасить ей кузов. Ну а Жигу мы сегодня продадим, так как она нам уже не нужна, у нас есть Е39, ну а продадим мы ее за 10 тысяч рублей по дешевке. Вау, что стало с Е39, она не похожа на ту, которая была 2 часа назад, это ничто. Но мне плевать, я бездыханным останусь, если так надо.